Друзья, приветствую вас на нашем канале. Мы сейчас находимся на реализованном объекте в городе Краснознаменск. Это завод по производству кранового оборудования, завод «Атлант», Московская область. Здесь установлена потолочная водяная низкотемпературная система отопления и теплопанель. Вот обратите внимание, она располагается под потолком, вот такие длинные линии. Вот, допустим, крайнюю сейчас обозначим. Это как раз система отопления. То есть данный класс инженерного оборудования устанавливается в высоких объемных помещениях, можно устанавливать в складах, цехах, торговых центрах, спортивных сооружениях, автосалонах, автосервисах, в логистических комплексах. То есть в каждой из этой отраслей у нас уже есть реализованный объект. То есть мы уже можем оперировать не категории объектов, а, допустим, какой объект: цех металлообработки, деревообработки, склад, хранение продовольственных, непродовольственных материалов, ну и так далее. В общем, я думаю, вы поняли. Значит, чтобы узнать, сколько стоит данный класс инженерного оборудования, вы оставляете заявку по ссылке под видеороликом. Наши специалисты связываются и выставляют... Сначала вы заполняете опросный лист, либо с ваших слов мы записываем данные и выставляем коммерческое предложение. Если у вас нет понимания, как работает это оборудование, вы хотите посмотреть, пощупать, увидеть, мы можем найти близлежащий объект в вашем регионе, либо в регионе, который находится рядом с вами. Вы можете съездить, посмотреть. С некоторыми заказчиками у нас договоренность о посещении. У некоторых объектов вообще они публичные, вы можете сами посетить, там не спрашивая никого. В общем, если у вас есть интерес, вы хотите узнать, как можно экономить в месяц до 52%, также как экономить при закупке котельного оборудования, пожалуйста, обращайтесь, пишите, звоните. Мы готовы предоставить всю необходимую техническую и коммерческую информацию, поэтому не стесняйтесь, оставляйте ваши заявки. Спасибо, друзья.